Другим темам. 10 миллиардов рублей будет выделено из бюджета на реализацию проекта в рамках национальной технологической инициативы. Об этом сегодня говорил Дмитрий Медведев на заседании Президиума Совета по модернизации экономики. Все шаги и идеи пропишут в так называемых дорожных картах. Приоритет инновационным проектам. В частности, таким, которые касаются обеспечения безопасности воздушного транспорта, морской навигации, судостроения, освоения ресурсов мирового океана, космических технологий. Нельзя упустить те возможности, которые связаны с формированием новых технологических рынков. Смысл национальной инициативы как раз в том и состоит, чтобы создать в нашей стране условия для развития отраслей, которые станут ведущими отраслями в мировой экономике, может быть, даже не сейчас, а через 20-25 лет. Инициатива ориентирована на выявление среди формирующихся рынков тех, которые отвечают запросам массового потребителя с одной стороны, а с другой стороны имеют самые значительные перспективы роста.